Два пажара, два загубленых жыцця. Гэтымі суткамі трагедыі адбыліся па завулку Куйбышава абласнага цэнтра і ў вёсцы Ямніца. Прычыны пажараў зараз высвятляюць супрацоўнікі следчага камітэта. Завулок Куйбышева у Могилеве, приватный сектор. Раніца тут почалася с трагедии. Пожар у доме пенсионерки зауважили соседи и потелефоновали по номеру 101. Вертувальники до места приехали худко, однако за высокой температурой и плотного дыма господиню дома знайшли не одразу. Жанчина, инвалид первой группы, была парализованная. Ее тело убачили у одним с покою. Ей было 77 годов. Причину трагедии зараз высветляют следшие. Попередня пожар мог отбыться за узгорание электроприбора. Нас очень волнует, что наши престарелые жители, нам бы хотелось обратиться еще раз к детям, у которых есть такие родители престарелые, чтобы они оказали посильную помощь в ремонте и приведении в надлежащее состояние печей и проводок. Попередня менавіта несправная печка, кажуть следшие, стала причиной трагедии у вёсцы Ямніца, что под Могилевом. Тут на пожары загинул 37-годовый могилевчанин. У доме, які використовували як дачу, он был один. С начала отопительного сезона каждый день в Могилевской области происходят пожары по причине неправильной эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. В этих пожарах гибнут люди. Только за 4 дня сгорело 6 человек и пострадало 2 человека. Мы еще раз обращаемся к нашему населению, еще раз посмотреть свои проводки, еще раз посмотреть свои печи, если необходимо привести их в надлежащее состояние. Наталья Ильинич, Виталий Алексеенко, Новин регион.